Незаконное подключение к энергосетям, особенно гостиниц и гостевых домов, может привести к печальным последствиям. Трансформаторы, не рассчитанные на такие нагрузки, могут попросту выйти из строя и даже перегореть. Курортный сезон – это пик обострения подобных ситуаций. Поэтому большая рейдовая группа специалистов «Кубаньэнерго» в составе 12 человек из нескольких районов Краснодарского края и Адыгеи проводят плановые проверки. Задача перед персоналом поставлена – проверка прибора учета у потребителей бытовых и коммерческих, на предмет соответствия документация техническая, чтобы соответственно мощность и все остальные соответствия были приведены в соответствии с документами, которые выданы ранее. Если будет найден факт так называемого бездоговорного потребления, то есть незаконного подключения, говоря в простонародье, то будет составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, то есть бездоговорное потребление, так называемое. На основании этого акта будет начислены в соответствии с федеральными постановлениями будет начислен определенный штраф и акт передан юроделу. А с потребителем будет выдан наряд на отключение, и данный объект будет обесточен. Специалисты «Кубаньэнерго» будут проводить повсеместные проверки как частного сектора, так и гостиничных комплексов и здравниц в течение 2 недель. Проверяться будут районы, которые имеют больше всех энергопотерь и которые больше всего перегружены по мониторингу электросетей, а также где чаще других выходят из строя трансформаторные подстанции.